Третий этап межмуниципальных соревнований Свердловской области по фигурному катанию городская федерация этого вида спорта организовала в спортивном комплексе «Президентский». По регламенту они прошли без зрителей со строгим соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Для болельщиков велась прямая интернет-трансляция. В принципе, на площадке выступает один человек и соблюдает любую социальную дистанцию. Никто к нему не прикасается, никто его не трогает, ни на кого он не дышит и вирус не распространяет. Стараемся как можем, надеюсь, что пройдем соревнования достойно. Заявки подали около 350 фигуристов-одиночников из 13 команд, представляющих 9 городов Свердловской области. Пригласить спортсменов из других регионов, как это было ранее, к сожалению, не удалось. Высокие результаты позволяли выйти в финальную часть, получить или повысить спортивный разряд. Участников приветствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Молодцы, что несмотря на пандемию, не испугались и приехали к нам. Мы же со своей стороны постарались сделать все, чтобы вам у нас было комфортно и безопасно. Фигурное катание поистину один из самых любимых видов спорта тагильчан. При серьезном недостатке турнирной практики лучше соперников проявить себя удалось представителям Екатеринбурга. Бронзовыми наградами третьего этапа межмуниципальных соревнований Свердловской области по фигурному катанию могут похвастаться тагильчане, воспитанники спортивной школы «Юпитер» Арсений Шабалин и Максим Долгих.